1980 году первые и второй стадионные переулки в Приокском поселке получили новое название – улица Молодцова. Улица была названа в честь уроженца города Сасово, советского разведчика, капитана госбезопасности, партизана, героя Советского Союза. Владимир Александрович Молодцов родился 5 июня 1911 года в городе Сасово Рязанской области в семье железнодорожника. Трудился с 18 лет, работал чернорабочим, слесарем-шахтером. В 1934 году поступил на работу в органы государственной безопасности, окончил высшую школу НКВД. С марта 1941 года в аппарате внешней разведки. 19 июля 1941 года прибыл в Одессу для руководства диверсионной разведывательной работой в тылу врага. Находясь в одесских катакомбах, создал два партизанских отряда, которые своими диверсиями поражали даже многоопытную контрразведку противника. В ноябре 1941 года партизаны пустили под откос вражеский эшелон, под обломками которого погибли более 200 высокопоставленных немецких чиновников. Также была взорвана военная комендатура оккупантов прямо во время совещания офицеров. Под обрушившейся крышей погибло 140 фашистов, из них два генерала. Отряд в 75-80 человек отвлекал на себя значительные силы войск противника численностью до 16 тысяч человек. 9 февраля 1942 года в результате предательства одного из членов отряда Молодцов и еще несколько партизан были арестованы. Заговорил Владимир только после оглашения смертного приговора. На предложение подать просьбу о помиловании он ответил: «Мы на своей земле, и у врагов пощады просить не будем». Молодцов был расстрелян 12 июля 1942 года в Одессе. Ему был 31 год. Его символическая могила, кенотаф, находится на Одесской аллее славы. Имя Молодцова внесено в списки героев в залах славы центральных музеев Великой Отечественной войны в Москве и Киеве. В Рязани памятник руководителю одесского подполья установлен на Октябрьской улице напротив ДК «Приокский».